Свободное, достойное всестороннее развитие личности, мирное небо над головой и гражданское согласие в обществе, благополучие граждан, незыблемость народовластия, традиционные семейные ценности и память о героическом прошлом белорусского народа, решение важных государственных вопросов, сообща и сильная президентская власть, повышение качества жизни и социальная помощь тем, кто в этом нуждается. Это те самые главные положения, которые заложены в Конституцию Республики Беларусь, по которым сегодня строится независимая Беларусь. Об этом говорили на диалоге поколений под названием «Моей Конституции 30 лет». Мы, ветераны города и студенческая в основном молодежь, решили провести накануне этого праздника диалог, поговорить о основном законе, где записаны права, обязанности и условия формирования нашей системы государственной власти. Назвали этот диалог очень тепло — Конституции моей страны 30 лет. Вот. Мы гордимся этой датой, потому что Конституция определяет то важное для каждого человека, что составляет основу его жизни. Это и право на труд, и право на жизнь, и право на учебу, и на заслуженный отдых. Она позволяет каждого из нас, белорусов, чувствовать себя защищенным не только в нашей стране, но и за рубежом, то есть называться гражданином Республики Беларусь. Поэтому мы хотели бы, чтобы наши молодые люди тоже чтили и почтительно относились к законам. Главные участники диалога – это студенты университетов, учащиеся школ, гимназий и лицеев Бреста. А спикеры – люди разных возрастов. Именно такое взаимодействие играет главную роль, поскольку способствует обмену опытом и духовными ценностями. Диалог с молодым поколением важно проводить для того, чтобы донести до них главный закон страны. В рамках данной диалоговой площадки основная цель моя, в том числе, довести до подрастающего нашего поколения, до молодежи, роль прокуратуры в системе государственных органов. Ее цели, задачи, непосредственно надзор, который осуществляют органы прокуратуры, сама система, как выстроена в нашем государстве, чтобы молодежь понимала, чем занимается данное ведомство. Собираться и обсуждать Конституцию очень важно, потому что это основополагающая, ну, основа нашего государства, основа нашей целостности, суверенности. Поэтому многие из молодежи не знают, что такое Конституция, какие права она им дает, какие обязанности на них возлагает, поэтому совершают какие-то либо ошибки. Цель данной площадки – просветить людей о том, что они могут не знать. Особое внимание спикеры уделили необходимости сохранения исторической памяти, а также значимости патриотического воспитания молодежи и развития общечеловеческих ценностей.